Среда милосердия, телеканал БСТ совместно с благотворительными фондами «Мархамат» и «Русфонд» продолжают марафон помощи тяжело больным детям. Каждую среду мы рассказываем о тех, кто нуждается в поддержке неравнодушных людей. Сегодня героиня нашей истории трехлетняя Елизавета Багрова из села Кандры. Дедуля, я, бабуля, я. Лиза страдает редким недугом – буллезным эпидермализмом. Это заболевание еще называют синдромом бабочки. Из-за сильно выраженной хрупкости кожи ребенок испытывает страдания буквально от каждого прикосновения. Родители малышки собирают средства на лечение за рубежом, поскольку отечественная медицина оказалась бессильна. Каждый год проходить вот эту вот процедуру, что посади сюда, поставь сюда, посмотри сюда. То есть это же, опять же, ей надо объяснить. Это опять же раны, это опять же недельное заживление. Да, я уже... Вот третий год я сейчас пытаюсь объяснить врачам, что очень тяжело нам проходить эти медкомиссии. Таких детей, как Елизавета Багрова, в республике единицы. Методика лечения при этом диагнозе всегда индивидуальна. Они нам сразу же объяснили, что все это в ваших руках. Занимайтесь этим всем. Пытайтесь... методом проб и ошибок. Детей, страдающих этой болезнью, в республике всего несколько человек. Вопросом их поддержки, в том числе и материально, занимаются благотворительные организации. Только на обследование в одной из клиник Германии необходимо порядка миллиона рублей. Таких средств у родственников девочки нет. Помочь Елизавете можно, отправив смс на номер 5541 со словом «Добро». Стоимость сообщения 75 рублей. Алексей Агров, Башкирское спутниковое телевидение, Туймазинский район.